Доброе утро, наши милые, любимые, красивые дамы. Сегодня вместе с компанией Парафарм мы подскажем вам формулу здоровья, которую дарует препарат Остеомед. Женщинам должна быть счастливой и здоровой в любом возрасте. И сегодня вместе с моей собеседницей Нелли Николаевной Разиной, врачом-неврологом, мы крайне тактично поговорим о женском самочувствии. У женщин в возрасте от 45 до 55 лет наступает сложный жизненный период – менопауза. Как Остеомед может помочь пережить этот момент? Так оно и есть. В период предклимактерическом и в период менопаузы женщина теряет костную ткань, и Остеомед может помочь ей в поддержании минеральной плотности костной ткани. Реально ли Остеомед может помочь прекратить потерю такого жизненно важного гормона, как эстроген? На практике так оно и есть. Мы наблюдаем, что женщина в период менопаузы, принимая Остеомед по специальной схеме, по назначению врача, может поддержать баланс своего гормонального состояния в сложный для себя жизненный период, чтобы сохранить костную ткань. Вы уже подчеркнули, что в период менопаузы у женщин ускоряется процесс потери костной ткани, и, значит, обостряется возможность перелома. Остеомед тут тоже может помочь? Тоже может помочь. В этот период женщина теряет гормональный баланс организма, и в организме происходят очень сложные гормональные изменения, которые предрасполагают к потере костной тканью, солей, кальция и фосфора. И Остеомед в этом случае может быть незаменим. Компания Парафарм напоминает вам, что здоровье – это синоним слова «счастье». А если счастлива женщина, то счастлив и мужчина. Будьте здоровы!